собираемся на выезд на природу. Все, парень готов на выезд. Так, а соль-то, соль-то есть? Слаб, молодец. Девчонки Лиза и Саша гуляют с Данте на травке. Не любит он в машине ездить, не любит. Даня пошел в магазин. Остальная банда еще не подъехала. Ну что, уже все-таки зелень, пусть такая еще не смелая, но уже поприятней. Никак я не могу с Леной батл увидеться, но вот сейчас ей отправила голосовое, говорю, ты еще не вернулась. Она пишет, 12-го выезжаю из Твери. Я ей пишу, а я 12-го из Питера. Где-нибудь наши поезда встретятся по дороге. Жарко парню. Вот придумали поилки такие для собак. На солнышке рыжина, как его, тигровая вылезает. Кажется, что он черный, на самом деле нет. Пьет и пьет, и пьет, и пьет. Ну, жарко. Ну, это типа перегрелся, походу. Да. Все? Уж не хочешь-то? На! Да не хочет. На, вот что-то пей. Так, теперь я с ним впереди поеду. Да. Дремлет. Дремлет парень. Устал ехать. Мы в Выборгском районе едем. Выяснилось, что Даня забыл гитару. Эх, остались мы без песен у костра. Впереди до Выборга еще 75 километров. И до Хельсинки 317. Сейчас бы как в Хельсинки бы. Проезжали Черную речку, а вот это вот река Птичья. Такое название. Птичье. Населенный пункт под названием Победа. Смотрите, сугробы еще есть. Поляны. Так. Куда это мы, Сусанин? Ха-ха-ха.
кладбище. Интересно, это что это такое? Там какая старая, видимо, да? Разрушенная, может, без верха. Если едет, наверное. Ой, довольный, довольный. Все, выпустили из машины, ура! Птички поют. От клещей брызгают. Сашка вот смеется, не верит, что во времена нашего детства никаких клещей не было. Они, может, и были, но я вот, например, не помню. И молодости не помню. И пошел в воду. Побрызгали его. Дайте пообщаться с природой. Не знаю, что он там жрет. Он сейчас будет траву какую-нибудь есть. Что ж ты? Что, не теплая? Конечно, не теплая, рано еще. Тепла-то не было. Данте уток спугнул, поплыли. Решили бы поехать на вон туда, на другую сторону. Ну вот тут и повыше, и посимпатичней. А мы были вон там напротив. Так, вон наши подъехали. Вот ребята взяли, Настя с Жорой взяли с улицы собачку себе. Ой, какая, ой, какая. Какая рябенькая вся роза. А хвост-то какой, ой. Так. Ой, 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 наш-то весь прям довольный. О, будущие ягодки. Красивое озеро. С такими берегами высокими. Вот они, говорю, сосны-то карельские, как карандаши ровненькие. Все, теперь будет Данте, Роза. Ой, хорошо-то как.
заходит хотя бы по чуть-чуть. Да ну нормально. Ой, какой хвост прямо нет. Роза! Вообще даже типа не здоровается, ничего, что-то пошла себе сама по делам куда-то. Роза, иди сюда! Пошло дело. Все хорошо, но ветер сильный. Порывами прям такой. Маленькие такие шишечки. Я найду, чем мне заняться и что мне пособирать. Где угодно. В любой стране, в любом климате. Прям ветерочек прям поднимается, а? Прям поднимается и поднимается. А куда это вы направились? Данте! Данте! Деловой. В озеро сам заходит. Уже не боится так воды. Эти родители сумасшедшие с собаками. Ой. Ну, наконец-то дошло дело. А то еле-еле. Сколько же есть-то можно? О, текила. Все как положено, с солью, с лаймом. Эх, где мои 16 лет? Ой. Вкуснотища, как вода на солнышке блестит. А я выкопала елку маленькую совсем. Попробую посадить ее у себя в Крыму. Ну, они все такие корявенькие. Ну, это может вырастет, может нормальная будет, ровная. Привязали парню канат. О, силище-то. Дерево не сломай. Пес довольный, конечно. Это не в квартире сидеть.
у тебя типа телефон в кармане, да? А ключи от машины? Ой, сейчас поплывешь. Оторвется этот плот. Пойдет? Боится. Бесстрашный пес. Давай, давай. Иди сюда. Нет. Сам иди. Домашнее ты животное. Чего боишься-то? Хорошо. Только вот ветер, правда, сейчас уже не такой холодный. Но порывами прям налетает. К утру обещают дождь. Я, видимо, уезжать буду в дождь. Видите, какой. Вот, весь алкоголизм закончился. Мы собрались уезжать. Все убрали за собой. Оставили мангал. Люди приедут. Мангал стоит. Вот так все убрали. Хорошо тут, хорошо. Если бы еще вот не было ветра. Была бы вообще красота. Красивое место. И камушков я набрала, и шишек, и елку выкопала. Ну, в общем, все, что смогла, увезла. Это же залив же, да? Другой дороги назад едем. И сосны эти сумасшедшие, прям прямые, прямые.
второго я уеду в Комарова. Вот и Комарова. Доехали до дома друзей. Мои пошли к ним зайти, там что-то им надо забрать. Мы с Дантой, с Лизой сидим, ждем. Страдалец. Данте. Данте, что ушки-то сложил? Устал, не любит ездить он на машине. Ну что, осталось нам, наверное, полчасика еще ехать. Надышались воздуху. Просто вот. Не, ну хорошо там, красиво, хорошо. Отдохнули. Правда, я не знаю, от чего я отдыхаю. От отдыха. Ладно, давайте, буду я прощаться с вами, а то видео будет длинное. Послезавтра мне уезжать. Завтра, наверное, и снимать ничего не буду. У меня там есть видео с мусорным музеем. Вот. Буду завтра собираться в дорогу. Ну, дорогу я вам опять покажу, конечно. Куда ж я денусь? Полтора суток в поезде ехать. Ой. Давайте, мои хорошие, пусть у вас все будет хорошо. Чего-то решила я не делать этот стрим. Нет настроения, вот правда. Ну, нету. Так все как-то не очень весело, поэтому я надеюсь, вы меня поймете. Вот. Ну, а вам чего желаю? Чтоб все хорошо было. Ну, давайте как-то держаться в этой жизни. Другого нам ничего не остается. Не болейте, самое главное. А я всегда с вами. Вон Даня идет. Давайте, мои хорошие, пока-пока. Иди, мусульчик.